Глава вторая. Каталь-кан. Двадцать миллионов. Император, как там говорят, ради этого и башмаки пачкать не стоит. Каталь-кан всегда предлагал тебе честную цену, Кана. Да, конечно, я хочу сказать, новое оружие, мои разведданные, и бац, бесконечная гражданская война во внешнем мире. Получите. Я могу немного расслабиться, а? Ты знаешь, где находится Мелина. И вся ее мятежная армия. Я думаю, это стоит не меньше 50. Я должен нанести удар. Немедленно. Закончить эту войну. Она истощает наши силы. Верно. Мы договорились? В чем дело, Девора? У Императора нет причин для беспокойства. Проблема впереди. Эта особь ее устранит. Дорогу Каталькану! Прочь! Таркатаны, они уже отданы, дорогая Таня. Остановить экипаж, ерунда, а вот убить императора, самозванца, требует настоящей силы, которой ты обладаешь, Мелина, и не хочешь применить. Мне больно применять ее, Рейн. Мне нужно время. Кортеж узурпатора показался слишком рано. Дождь идет, когда хочет. Это неверно. Если Кана сделает то, за что ему заплачено... Пора, вперед! Жмем, 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 давай. Так, а что, Кана за нас, что ли? Что-то непонятно. Второго глаза, что ли, остался. Так и что ж, друзья? Кана, ты делаешь мне больно. Предлагай мне помощь. Ты лгал. Оставь себе свои 50 миллионов. Мелина готова заплатить за твою голову вдвое больше. Так, давайте посмотрим спецудары. Так. Так. Ох ты, ничего себе. Так, а как вот?
что такое. Как-то Джонни было сподручней биться. Да что такое? Что вообще он не бьет? Рентген! Напоследочек, может хватит, нет, чтобы его убить Кана. Прекрасно! Повезло просто под конец раунда. Да что такое? Какой-то Кана такой непростой чувак, оказывается. Да ё-моё. Да что ж так? Да... Или Каталькан какой-то просто тормоз. Что-то какой-то непонятный Каталькан. Да что такое? Ну-ка, рентген. Да что такое? А вот неплохо. Отлично. Победили все-таки Канумы. Ты не стоишь даже грязи на моем башмаке. А это кто у нас? Ты Таня из Эдении. Польщена, что ты помнишь меня, Каан. Я никогда не забуду тех, кто освободил Мелину. Она проклялась построить свободу Эделию. Ты это сделать отказался. Объединенный внешний мир выстоит против врагов. Тебе никогда не объединить его. Мне мешает лишь одно, твой мятеж. Так, второй бой. Что тут? Ого. А девка-то не промах. Так. Каталь, ты хоть что-нибудь можешь бить как-нибудь, а? Или вообще ничего ты не можешь? Вообще, по-моему, ни хрена просто не может. Так, 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 аккуратно. Давай, не сдохни только. Давай, отлично, спецприем. Да что такое? Рентген! Ну все, раунд мы выиграли, друзья. Опять рентгеном. Ё-моё, ничего, как пиздюльку прохватили. Да что ж такое-то, а? Так, как хватать все? Чё это я наделал? Интересно все как-то. Вернулась, блин, на спецприема. Ну давай, перкот хотя бы. Да что ж... Давай! Только вот варианты бить ее. Так, не удалось нам победить ее во втором раунде. Ну что ж, друзья, 1-1, третий решающий раунд. Так, спецприем, хорошо. Так, а как вот поднимать это все? А вот интересно. Так, рентген! Засрали мы рентген.
Ах, ё-моё. Походу, нас сейчас она угробит. Да и давай, давай. Отлично. Все-таки мы ее победили. Ты глупа, если доверяешь Милене. Она мне мешает, и это в последний раз. Милина, я велела Кано убить тебя, жалкий змей. Чё-то тут барак прям столько развелось. Это целая раса. Так, что это еще? Третий бой у нас. Еще один житель Эдении, якобы полубог. Я сын Аргуса. Это не меня объявили богом, а дурачные простолюдины. Булуч. Уверен, Милина знает о твоих намерениях, сын Аргуса. Я намерен разъяснить тебе разницу между самозванцем и божеством. Так, давайте это Рейн, да, у нас? Так. Так. Так, это что я сделал? Так, а спецприем у нас получится выполнить или так? Рентгенчик, наверное, давайте мы сделаем. Неплохо. Ай, неплохо. Ох, отлично, жизни отняли мы у него. Ну что ж, мы победили его в первом раунде. Как же вот все-таки мне вот интересно предметы мы можем поднимать, а? Как-то взаимодействовать мы же можем с ними, правильно? Вот светится бочка, так, как же нам ее поднять? Да что такое, ладно. Не будем пока над этим заморачиваться. Ай, замочили нас во втором раунде, ну что ж. Че ты ржешь, блин? Только что пиздюлей отхватил и ржет. Так, как же поднимать? Так, надо рентгенчик, друзья, выполнить. Отлично получилось. Неплохо. Эх, ответка какая прилетела. Так, это где я? Ой-ой-ой, походу нас сейчас убьют. Да, наверное... Это конец. Нет, все-таки повезло нам, мы его забили, замочили. Теперь ты умолкнешь. Ты больше его не тронешь. Еще как трону. Так, что это теперь у нас? Как наследница своего отца Шаукана, я Милина, владычица внешнего мира.
Приказываю казнить тебя. Так, 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 давайте мы ее... Так, да что ж. Так. Ого. Так, так, что-то у нас девка разошлась совсем. Давайте рентгенчик попробуем выполнить. Чтоб сильно она так не расслаблялась. Так, наверное, все жизни не уйдут. Нет, да, чуть-чуть осталось. Ну, неплохо. Так. Ага. Так, по-моему, я понял, как с предметами взаимодействовать. Точно, все. А давайте бочку попробуем поднять. Все, точно. Отлично, все. Понял теперь я, как это все делается. На тебе пинка в хребтину, все. Победили мы ее, друзья. Сегодня состоится казнь. Descent, right. До края огня. Что видел мой император? Жалкий щенок вырос свирепого ягуара. Сразу после высадки разделимся. Мы с Джеки пойдем с юга, вы двое с запада. Встретимся здесь, у северного входа. Что потом? Просто забираем и уходим? Ничего. Сопротивление более вероятно, чем ты думаешь. Не переживай, если это дойдет до этого, Саб-Зиро даже не поймет, что случилось.